Люберецкие сладкоежки теперь могут вылечить свои зубы у врача-стоматолога, который ведет прием в образе сказочной лисички. К доктору дети идут с интересом, забывая про свои страхи. Тему продолжит наш корреспондент. Айтен Курбанова приступила к работе в Люберецкой областной больнице накануне Нового года. Чтобы вызвать доверие у ребенка, доктор устанавливает с ним контакт. Маленьких пациентов отвлекает от переживаний необычная медицинская форма. Ох, какая лисичка! Контакт налажен. Доктор приступает к осмотру и лечению. После приема Айтен Курбанова проводит профилактическую беседу. Рассказывает пациентам, как правильно чистить зубы и ухаживать за полостью рта. Мы обязательно зубки чистим после еды. В любом случае. Хорошо? В любом случае. И утром, и вечером перед сном. Каждому ребенку необходим индивидуальный подход. Игровая форма общения с маленьким пациентом позволяет выстроить контакт пациента с врачом и приводит к возникновению доверия малыша к доктору. Записаться на прием к детскому врачу-стоматологу в свою поликлинику можно на сайте госуслуг, через информаты и по телефону 122. Богдан Колесников, телеканал ЛРТ.